Окей. Этого человека мы видели вчера, вот с костылями, протезом на ноге. Этот человек вчера был как раз-таки вместе с группой людей, около 60 человек, в том числе дети. Значит, они попали, наверное, двое суток назад на территорию Польши, затем поляки их вытеснили вот в этот забор из колючей проволоки, который мы вчера вам показывали. Люди не могли пройти ни вперед, ни обратно, и этот забор, эти два забора были зажаты между двумя заборами на территории Польши. Когда люди провели там более суток, поляки под покровом ночи разрезали вот эту колючую проволоку и вывели куда-то детей и вот этих людей, которые находились там. И сейчас мы этого человека нашли в лагере. Значит, вот сами беженцы рассказывают, что поляки вытеснили их на нашу территорию в 3 километрах от этого стихийного лагеря, который находится на территории, на белорусско-польской границе. Вот, значит, вам прямое доказательство того, что поляки увели к себе и вытолкали на территорию Беларуси.